Самый очевидный шанс для Умарова – это быстрая работа в стойке, использование 15 сантиметров разницы в росте. Насколько позволит ему это сделать Борисов и насколько сам Умаров хочет действовать именно так, сейчас мы увидим. Перевести в партер Борисова. Сейчас Умарову слэм исполнил он. Пусть не очень амплитудный, но все равно неприятно тому, кто снизу. Казалось в начале, что Умаров чересчур скован, но вроде бы сейчас он начинает постепенно прибирать инициативу к своим рукам. Однако то, что Борисов находится в таком положении, не значит, что он задумывается о поражении. Выхватить руку Умарова Олег, но не получилось у него это сделать. Сработа в клинче довольно вялая. Обоюдный обмен ударами по селезенке. Но все это лишь скрывает желание взять лучший захват. Вовремя заблокировал Борисов попытку удара коленом в исполнении Умарова, но Юсуп не остановился на одной попытке. Вновь и вновь пытается он пробить коленом. Борисов двумя руками блокировал эти удары, таким образом обнажая голову. Понятно, кому более выгодно такое развитие ситуации в клетке. Умаров более активен в клинче. С пролом успел он защититься от прохода в ноги в исполнении Борисова. У Борисова богатый арсенал приемов. Он понимает, что если не прошло это, то можно попробовать то. А если не прошло то, то надо пробовать другое. Времени для того, чтобы реализовать свой план на поединок, еще очень много. Но Умаров очень неплохо смотрится, выигрывает он первый раунд, по крайней мере, пока. Вынужден Борисов постоянно думать о том, что может прилететь колено в корпус. Уже полуперфотами, полуперфотами работают постоянно бойцы в корпус друг друга. Сейчас за счет физической мощи удалось Борисову продавить своего оппонента, оказаться в доминирующем положении. Но что он из этого извлечет? Для того, чтобы провести какой-либо прием. Он не проявляет большую активность пока Борисов. Не совсем понятно, что там произошло, но, вероятно, попал. Борисов
так или иначе в голову Умарова. Сейчас уже едва ли завершится поединок досрочно. Да, раунд завершился. Удалось вроде бы в конце пятиминутки Борисову нащупать какие-то слабости в действиях соперника. Хотя поначалу Умаров за счет активности, агрессивности переигрывал более опытного оппонента. Почувствовал уверенность, задавил соперника. Ну, профессорский слушает спокойно. Роста контролировать передвижение Борисова, подход его к своему телу. Был вопрос психологической уверенности, насколько Юсуп сам готов победить сегодня. Раскачивает корпус. Ну и в итоге удалось ему добраться до Умарова. Жесткая работа в клинче. Ему отойти от края и создается впечатление, что перебирает, он мыслит, думает, чтобы ему попробовать предпринять прямо сейчас. Есть попадание в исполнении Борисова. Умаров продолжает стоять на ногах, уверенно. Смотрит на своего соперника. Борисов начинает ловить кураж. Раскачивает корпус, не дает прицелиться Юсупу. Или немножечко рассеян, или, может быть, у него такая манера. Существует такая методика усыпления бдительности соперника, когда вроде бы ты смотришь по сторонам, показываешь, что чуть побаиваешься, а на самом деле полностью контролируешь ситуацию. Но порой действительно немного рассеянный вид, но не рассеянные действия, это главное. Сейчас больше контроль, чем попытка удушающего. А теперь, судя по всему, удалось ему улучшить свою позицию. А там скорее перчатка лежит на горле Умарова.
постоянно Борисов прокручивается, пытается получше взять захват. И да, удалось ему это сделать. Все готово. Олег Борисов одерживает победу. Чемпион мира по боксу чем-то недоволен. Была сдача, мы это видели. За честь бойцов. В клетку приглашается чемпион мира, чемпион Европы по кикбоксингу Владимир Минеев и бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский. Показывают нам моменты, когда Борисов начал нащупывать ключики Кумарову. Но не в стойке разбил он своего оппонента. Все-таки, как я и предполагал, именно в борьбе кроется его основная опасность. Итак, время остановки боя 3 минуты и 43 секунды второго раунда. Удалось провести удушающий прием. Удушающим приемом победа. И осталось нам посмотреть лишь 3 поединка. Кострома! Поздравляют Андрей Орловский, Владимир Минеев, победитель Олега Борисова. Мы ждем огромное спасибо следующего поединка. Республики Рамзану Ахмадовичу Кадырову за этот праздник спорта, за радушный прием, за гостеприимство. Я думаю, все присутствующие получили огромное удовольствие, получая, потому что все бои зрелищные, интересные, держат напряжение. Также хотелось обратиться к компании, к руководству компании Fight Nights. Если, конечно, президент республики, руководство, жители будут не против, с просьбой организовать мне бой в городе Грозном. Спасибо. Всем хорошего настроения. Все. Спасибо.